Масленичная неделя продолжается, многие хозяйки пекут блины, но есть и те, кто предпочитает покупать готовые. Чтобы избежать пищевых отравлений, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору полуфабрикатов. Покупая готовые к употреблению блины с различными начинками, нужно обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. Также в упаковке не должно быть дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блины должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвета от кремового до слегка коричневого. Роспотребнадзор также рекомендует внимательно изучать состав готовых блинов. В идеале они должны быть сделаны из муки, молока и куриных яиц.